Не успели мы на Земле встретить один экипаж МКС. Он успешно завершил миссию. Как уже сегодня в Звездном городке торжественно провожают следующий. В новом составе Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, астронавт НАСА Шейн Кембро. Дублирующий экипаж – это Александр Мисуркин, Николай Тихонов и астронавт НАСА Марк Вандехай. Все они уже сегодня отправятся на Байконур, где 2 недели будут готовиться к полету на орбиту. Отправка намечена на 23 сентября. Настрой у экипажа бодрый. Отвечая на вопросы журналистов, космонавты много шутили. Расскажите, вот у вас сейчас был завтрак. Какой настрой перед поездкой в Байконур? Получается, последние минуты вы проводите здесь, в Москве, в Звездном? Настрой деловой. Завтрак – это начало, хорошее начало нашей хорошей работы. Всем интересно, что ели на завтрак. Примерное хотя бы меню. Вкусно было? Икра черная, икра красная, икра царская, баклажанная. Спасибо вам. А скажите, пожалуйста, еще раз про какие-то сувениры, символы, которые вы возьмете с собой в космос. Повторим, мы берем макет будущего корабля, разрабатываемый, пилотируемый федерацией. Ну и, конечно, свои личные вещи, которые нам очень дороги. А какие именно личные вещи? Ну, я, например, в свой второй полет беру такой сувенирчик, маленького дракончика. Я родился в год дракона, поэтому это мой талисман, который пойдет со мной во второй полет. Сергей. Я возьму с собой священное писание, иконочку вот, любимую, камни с горы Фавор, бессмородный. Это гора на Святой Земле. Она невысокая, но она заставляет людей мыслить о высоком. В космосе новый экипаж проводит примерно 150 суток. За это время им предстоит провести 54 эксперимента.